зовут Кобяков Андрей, я из города Москва. Представляю я сейчас кафе «Файн». Меня зовут Васильева Полина, я из города Казань, из бара «Релап». Меня зовут Мария Милоцкова, я из города Санкт-Петербург, из бара «Ортодокс». Меня зовут Константин, я из Челябинска. Меня зовут Виктория, я из города Сочи, бар «Лондон». Меня зовут Ягольник Максим, я из города Тюмень. Представляю бар «Фреска». Гастропара – это пирожное «Наполеон», потому что мое выступление посвящено Александру Первому и Наполеону Бонапарту. В качестве гастропара я выбрал итальянский десерт «Сабайон», потому что он простой, его очень легко сделать, и он невероятно вкусный. Легкий, нежный, воздушный, с ягодами. Я добавил туда малиновое желе. В этом году я решил поэкспериментировать и с напитками, и с гастропарой. И в этом году я сделал крок-месье. Это французская разновидность сэндвича. На основе багета, пастрами, будет ферментированная слива. Много всего интересного. Это, по сути, пирожная картошка с кремом франжипан внутри и в глазури из молочного шоколада. Мусс на основе бельгийского шоколада темного. С немножечко цитрусовыми нотами ферментированных цитрусов в хрустящей оболочке из крошки арахиса. Моя гастропара – это конфеты ручной работы. Внутри гель из хурмы с добавлением соком абхазского лимона, вяленой моркови и ганаш из карамелизированного шоколада. Книги. Я думаю, что мы находимся сейчас в шорт-лист бар, а это бар, который посвящен книгам, поэтому у меня отличная ассоциация с коньячком. Например, когда я читаю, я обожаю прокинуть немножечко коньяка. Я думаю, что это будет слово впечатление. Напиток сам по себе безумно многогранный. В нем много тонов и подтонов. Коньяк – это сердце, потому что на этом конкурсе я использую главным ингредиентом в своем коктейле – это коньяк. Это сердце моего напитка, именно поэтому я считаю, что коньяк – это сердце. Благородность, благородный, традиционный и так далее. Ну, все слова в этом роде. Да. Потенциал. Ну, мы забыли про него когда-то. В ближайшие годы появится больше напитков на коньяке, потому что у него очень богатый, классный вкус, вот, с которым можно работать. Наверное, это искренность. Мне кажется, этот напиток очень честный. Победителя объявят бренд-менеджер «Руле» Мария Болдина и руководитель направления «Крепкий алкоголь» компании «Ладога» Гриша Шаламов. Давайте поприветствуем аплодисментами. Те из вас, кто был в этом зале год назад на всероссийской церемонии World Week, наверняка помнят, что, конечно, Дом «Руле» в этом 2022 году празднует 250 лет, а это четверть тысячелетия, правильно. В этом финале участвовали 6 человек из 6 разных регионов России. Конкурс наш моложе, чем «Коньячный дом Руле». Ему всего 3 года, 3 сезона. Но на самом деле для конкурса это уже достаточно серьезный возраст. Я вот как бренд-менеджер хочу отдельное спасибо ребятам сказать. Все было очень красиво, очень вкусно. Но они так нежно и трепетно подошли как к самому бренду, озвучивая его историю, так, собственно, и к нашему прекрасному Руле Виас. Он участвовал в конкурсе. А теперь давайте узнаем, кто же все-таки победил. На самом деле, ребята, это имя, я сейчас назову его, это пример того, как человек своим талантом, упорством и волей к победе, повторяя то, что не получилось чуть ранее, приходит на самую вершину. Андрей Кобяков! Знаете, сначала я бы хотел сказать, что Андрей действительно в прошлом году был среди финалистов. И он лично меня поразил вниманием к деталям и общей харизмой все выступления.
Но в прошлом году его обошел Артем Талалай. А главный приз у нас денежный. И какая на нем сумма? Наверное, легко догадаться. Это 250 тысяч, потому что коньячный дом Руле празднует свой юбилей 250 лет. А это четверть тысячелетия. Поздравляем! Да-да-да, пару слов сейчас. Давай, да, с чеком прямо, вот, отлично. Огромное спасибо, это очень приятно. Хотел бы отдельно поблагодарить организаторов этого мероприятия. Было очень классно, и плюс такой финал подарил мне знакомство со всеми участниками. Это очень крутые ребята. Ребят, вы лучшие. Я думаю, что в следующем году вы обязательно победите все. Всем спасибо. Всем привет. Да хочется кричать. Супер переполняет эмоции. Я пока что еще не могу поверить. Это что-то удивительное. Мне очень приятно. Я безумно рад всему этому. Хочется всех поблагодарить. Участников. Это супер крутые ребята, и они также достойны победы, как и я. Спасибо организаторам и этому прекрасному конечному дому Руле. И еще раз с юбилеем, 250 лет, это не просто так. Я рад, что я теперь имею непосредственное участие во всем этом. Супер классно, мне очень приятно. Ребят, люблю вас.